трапляється, що ваша дитина компанійська, комунікабельна, затоваришує будь з ким та будь-де, душа компанії та центр уваги у школі чи дитячому садочку. Але справжнього, душевного, єдиного друга в нього немає. От такого, з яким можна і у розвідку піти, і чаю попити, і додому запросити, і на море взяти з собою. Чому ж так відбувається? Наче ж немає проблеми з комунікабельністю. Слово нашому експерту. Ну, возможно, ще не знайшов такого. Вот нет такого рядом. Возможно еще, что сам ребенок не умеет открыться другому. Боится, может быть, осуждения какого-то. То есть если он сам не открывается другому другу, то и тот же, конечно, будет закрытый. То есть нужно подождать. Духовный друг, насколько ему нужен? Если он очень сильно от этого страдает, тогда можно помочь, например, приглашать друзей домой. Одного, например. Пусть пообщается, пусть поучится, как можно один на один общаться, о чем говорить. Если особо не страдает, и у него сейчас одна потребность – это в тусовках каких-то, чтобы было много детей, тогда не стоит вообще родителям даже переживать. Найдет, ну, со временем.